Уважение и почет – вот то, чего заслуживают настоящие профессионалы. Для общественной организации ветеранов органов внутренних дел регионального главка полиции устроили выставку плакатов с архивными фотографиями, чтобы через предметы показать историю. Такая акция приурочена к 30-летнему юбилею организации. Данная выставка создавалась с целью того, чтобы поздравить, во-первых, так сказать, сделать приятный подарок нашим уважаемым ветеранам, во-вторых, ознакомить молодых сотрудников, просто сотрудников главного управления и граждан, пребывающих в главном управлении, так как на экскурсии в музей и по другим вопросам, соответственно, с историей создания и образования ветеранской организации, соответственно, с ее деятельностью, основными направлениями ее функционирования. Открылась выставка строками из стихотворения генерал-майора милиции в отставке Петра Сибирева, который уже больше 10 лет возглавляет организацию. «Не считаем седин, не считаем невзгод» и девиз «Наш один, что для нас лишний год». И действительно, ветераны никогда не забывают о своем призвании. Ветераны, да, все более востребованы в связи со своим большим профессиональным опытом, да, и обыденным, жизненным опытом. Да, и эта востребованность, она постоянно возрастает. Одно из основных направлений деятельности – воспитание молодых сотрудников. И в выставке попытались отразить и этот аспект.